осуществляет деятельность как пострадавшая отрасль. По 172-му федеральному закону нам должны были списать сумму налога за второй квартал прошлого года. Декларацию мы сдали, но в карточке по расчетам с бюджетом эта сумма все равно осталась, она не списана, и на нее начислены пени. На мое обращение в налоговый орган, но мне сказали, что пока технически возможности списать эту сумму налога нет. Задолженность компании из больших везем в бюджет составила более 1 000 000 рублей по упрощенной системе налогообложения. Для ее списания было подготовлено подробное пояснение с приложением декларации и выписок по расчетам бюджета. После проведенной работы представитель налоговой подтвердил, что у организации остался лишь долг в размере чуть более 6 000 рублей. Это пени, которые необходимо оплатить, чтобы компанию вычеркнули из списка должников. Однако не все организации или физические лица, приглашенные на заседание комиссии, так ответственно подошли к делу. Некоторые доказывали свою правоту, до конца не разобравшись в правильности указанных в платежных документах реквизитов и корректности поданной отчетности. Ваше право подавать в суд, потому что нам эта задолженность, если она нереальная, она нам тоже не нужна. И мы не говорим, что если вы не должны платить, мы говорим, что надо просто с ней разобраться. Всего на февральское заседание комиссии по должникам в администрацию Одинцовского городского округа пригласили 22 организации и физических лица с общей суммой задолженности 26,5 миллионов рублей. При этом 50% долга было урегулировано до комиссии. Часть организаций и физлиц не пришла на заседание. Еще несколько предоставили гарантийные письма об оплате задолженности до середины марта. При этом члены комиссии призвали сотрудников территориальных управлений эффективнее вести работу в этом направлении. Продолжаем работу представителям от наших территорий, чтобы обязательно провели работу в полном объеме по протоколу, не для отписки. В свою очередь, представители территориальных управлений попросили подробнее рассказать им о нюансах данной работы. Как пообещали члены комиссии, тематические обучающие семинары для начальников и отвечающих за это направление сотрудников проведут представители налоговой и полиции. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».